Новые коммунальные фокусы. Несколько ивановских управляющих компаний включили в квитанции об оплате новую строку – добровольное страхование жилища. Этот пункт в платежках – незаконное изобретение управляющих организаций и явное нарушение жилищного законодательства. Законом установлен каждый пункт, который должен содержаться в квитанции. Это плата за содержание жилого помещения, за коммунальные услуги и взнос за капитальный ремонт. Все остальное – самоуправство. Однако, если по невнимательности жилец все же оплатил навязанную ему страховку, выход есть. В первую очередь рекомендуем обратиться в управляющую компанию с заявлением произвести перерасчет на сумму, которая была оплачена неправомерно, по мнению заявителя. И далее, если управляющая компания не реагирует на данное заявление, либо ответ не удовлетворяет заявителя, предлагаем обратиться либо в органы муниципального жилищного контроля, если в вашем многоквартирном доме имеются муниципальные квартиры, либо в службу госжилинспекции Ивановской области.